Несмотря на низкие температуры в ночное время, устойчивого льда пока нет. Лишь отдельные небольшие степные речушки покрываются льдом. Ступая на тонкую поверхность, рыбаки рискуют оказаться в ледяной воде. Чтобы этого не случилось, спасатели заранее объясняют, как вести себя в случае опасности. Этот рейд сотрудников регионального МЧС не последний. Планируется на следующей неделе проведение профилактических занятий, патрулирований, профилактических занятий с учащимися школы, проведение с ними практических занятий.